И всем привет, с вами Александр Навас, и сегодня я играю в кейсы. И я сегодня решил открыть очень даже хороший кейс, Катовице 2014. И сегодня мы откроем примерно 10 кейсов, и что из этого выпадет, то мы и заберем. А именно 10 наклеек, стикеров. Погнали! Так, первый. Открываем. Ну, пожалуйста. Нет! Черт, ну ладно, нормально. $18, это не очень таки. Давайте еще раз. Так, второй. Нам должно что-то крутое выпустить. Давай. $23. Третий. Давай же выпади что-нибудь крутое. Блин, нет. Вообще, ладно. Ни хрена! Вот это вот точно я заберу. Охренеть! Охренеть, дорого как! Сколько долларов, охренеть, ребята. Ладно, четвертый кейс. Я точно вот эти вот три заберу. Это просто, это, ребят. Я сейчас окупился просто. Четвертый кейс открываю. $33, нормально. Пятый кейс. С пятого кейса нам что-нибудь тоже крутое сейчас выпадет, наверное. Ну не особо. Шестой кейс. Ну пожалуйста, хоть что-нибудь. Нет. Не особо. Седьмой кейс. Опять Virtus Pro. Восьмой кейс сейчас будет. Я достаточно таки окупаюсь. Восьмой кейс. Хорошо. Девятый кейс. Сейчас мне должно что-то выпустить. Давай. Это девятый кейс. И из десятого кейса, наверное, что-то выпадет. Давай. Девятый. Вообще прикольно. Так, и последний, давайте. Десятый кейс. Пожалуйста, пусть мне выпадет что-нибудь прикольное такое, чтобы я окупился прямо. Давай, давай, давай. Virtus, Virtus, Virtus. Virtus Pro. Охренеть. Ни хрен. Ой-ой-ой! О! Это... Мне Катовица выпала! Virtus Pro Holo! Смотри! О, 2014! Просто, я купился сейчас! Охренеть! Я потратил, короче, на эту фигню. Я потратил $1500. А заработал $1800. Это просто, ребят, это просто офигеть. С этих всех... этих, блин. Охренеть, я окупился. Смотрите, значит, на... примерно на $300 где-то окупился. Охренеть. Просто. $1500 я потратил. И выиграл просто $1800 с 10 кейсов. Охренеть. Офигеть просто. И то, что кейс стоит $151, это... Охренеть. Мне выпал сейчас... Один раз выпал мне, короче, этот... iBuyPower Катовица 2014, дорогая. И вот выпало сейчас у меня Virtus Pro Катовица 2014. Это охренеть, ребята, это самые дорогие стикеры, ребята. Ну, остальные там $30, там остальные не так уж крутые. Но все равно так окупиться, это просто охренеть. Я так окупился, я ни разу так не окуплялся на этом сайте, ребят. Охренеть, если бы мне выпал еще этот SL Wolf, это просто был бы пипец, ребята.
Ну а с вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео, всем удачи и всем пока.